Крабс на всякий случай убавим. Крабс есть, нормально. Говорите, вообще. Всем стоять. Залетаем в ангар. Стреляйте по ним, открыт огонь. По офицеру открыт огонь, код 0. Положил. Вертушка. Не стрелять, куда? Нет, не стрелять, не убивать, не убивать. Блять. Две вертушки к вам сели. А сзади смотрите аккуратно. Оцепить район. К вам подходит чувак. Вот Артём. Это Исланд, готовьтесь, возвращайтесь к нам. Вы повезете заложником. Слушайте, у меня только одно место. По мне огонь вид. Такой вопрос, а если офицеры прикрой, упакуй его, пожалуйста, Леон Вебстер, вот этого Лео Крида упакуй. Напротив ангара по мне огонь. Вот, вот этого дурачка тазерите, упаковывайте. Напротив ангара огонь. Тазер, примените кто-нибудь. Я ему в спину зашел с тазера и его лёпнул. Все, Эдик свободен. Отлично. Как его с крыши-то зажать? Ой, что с ним делать? А вы, может, еще одного упакуете, он врача здесь. Вопрос, почему, как могли лидера МТшки починить? Тазер в бою, какой нахер тазер в бою, если я сзади стрельнул? Какой может быть тазер? Алекс, как только он повернется башкой к снегу, я тазером, я паку. Понял. Сразу обыскивать будем или вот? Первичный обыск, да, сделайте. Валите его на... PS79. У него ХП вообще нету. А Коди, дай, пожалуйста, ХП. Нету Коди. Ну их там двое было, это нон РП похищение. А двое улетели. Слышите, я вам скажу больше, парни, стойте, не перебивайте, пожалуйста. Байкеры вчера похитили этого же челика из больницы вчетвером, блять, три человека похитили. Вчетвером три человека похитили, это вообще пиздец. У вас есть фрапс у кого-нибудь, как вы залетели да. туда, а там... Да. И вот он ТСХП, я тебе сейчас ебало, блять, разобью, даун, ебать. Романов, напиши, чтоб ХП дурачку выдали, потому что он сейчас сдохнет, кого повезёт, добро. 476. Ну, тут Велика спрашивает через дух, где у него. Его убили. Кто его убил, блядь? Понимаю. Блин, тут Челик не отвечает, когда ему вопрос на тут задают. Накамура, ты долбоёб! Давай ему дымоут, блядь, сейчас кину. Не надо, блядь, дымоут. Сейчас, где там Коди, если они еще в собрании. А, они в собрании, к чай вернут. Ой, пиздец. Кто там уже капсула с ядом. Интересно. Слышь, мусор пишет. Мы же в России отыгрываем. Забей. Натыгровка под себя фрапчите, это же. Что делать? Мне челик просто игнорит, когда я отыгрываю с ним рукой. Это на него надо забьем просто. Ну, на один уже сдох. Да я ему сейчас голову могу прострелить, и капсула не сработает. Какая разница, нам-то что, пускай? Да, пристрели его по РП и скажи, блядь, сопротивление при аресте там открыли. Нет, огонь. Подожди. Блядь, лидер больницы сдох. Херский. Поехали, всех посадим, нахуй, все. Турлик, у нас за РП уже сдох заложник по нон РП. И еще один дурачок похищен. И они вдвоем похитили челика. Да, понимаю. Как видишь, там палечек, варлоки.
Сука, что это? Прикольно, понимаю. Да уйди, блядь, тупо, тупо чмо взял и задохнулся. Я чё, понимаю, я тебя, наверное, щелик. Никита, короче, приехал челик на вертолёте и всех перерезал винтами. Заложник тоже? Какой ID у него, блядь, у этого чмошника был? Не знаю. Сэм у него ник. Мейсон, что ли? Фамилия? 778. Где будем? Да надо было забананить его на несколько дней.